Всем привет! Вот решила сделать обзор своих походных кружек. Итак, здесь у меня вот такая железная кружка, где-то на 200 грамм воды. Такая где-то 200-250, пластмассовая, очень легкая. Теперь вот такая силиконовая кружка. И моя любимая, которую я постоянно с собой ношу, использую, где-то здесь 250 или 300 где-то есть миллиграмм. Вот, видно, что я с ней часто походу хожу. Это же стенная кружка. Ее использую как и в костре себе кипячу воду, так и на горелках разных. Вот, в печках моих там. Вот такая. Постоянно я с собой ношу набор вот эту жестяную кружку и вот эту силиконовую вот сюда. Вот этот наборчик я постоянно с собой ношу. Кашку запарить себе вот здесь, в этой же силиконовой кружке. Вот. Иногда, если там беру вот эту и вот эту кружку. Но это так редко, если где-то с друзьями на вылазке идем на природу, то беру вот такой наборчик с собой. Ну, у меня еще есть там пару кружек. Ну, использую, я хотела записать видео, которое я использую. Которое беру с собой в поход. Вот. Это как раз вот эта же стенная кружка. Вот такая. Силиконовая. И моя любимая жестяная кружечка на 250 грамм. Вот. Так что, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока-пока.